Стратегия социально-экономического развития Самары до 2025 года. Эта тема стала основной в повестке заседания городской общественной палаты. Ее члены будут принимать непосредственное участие в реализации стратегии. Генеральная цель развития Самары сформулирована с учетом национальных целей и стратегических задач развития страны и региона. Стать одним из городов-лидеров Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения, разнообразию и комфортности городской среды, конкурентоспособности, инновационно-технологическому развитию экономики. Стать мировым центром космического машиностроения и в производстве сквозных технологий. Межрегиональным центром креативных индустрий, культуры и туризма, международным многофункциональным транспортным хабом. Члены городской общественной палаты и ее председатель Гайбибулла Хасаев принимали активное участие в разработке стратегии. Приоритетом стало вовлечение в работу по развитию Самары бизнеса, некоммерческих организаций и активных граждан. Нам очень важно сегодня активизация гражданского общества в плане развития креативных индустрий в городском округе Самара. Мы большое внимание уделяем этому направлению, считаем, что это один из приоритетов вообще в социально-экономическом развитии городского округа Самара. Одна из главных целей стратегии – устойчивое развитие экономики Самары и повышение ее конкурентной способности. В рамках данной цели определены 6 приоритетных направлений, связанных с развитием промышленности, повышением инвестиционной привлекательности, развитием потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и сферы туризма. На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве общественной палаты города с Самарским областным отделением Русского географического общества. У организации много направлений деятельности, которые пересекаются с работой общественной палаты. В этом году будет проводиться 7-й Поволжский форум креативных индустрий совместно с Ремесленной палатой. Общественная палата поддерживает это направление, поэтому здесь может тоже активно участвовать. Также это международные просветительские акции, например, географический диктант. В стратегические планы также входят изучение и сохранение музеев, развитие культурного пространства Самары. В этом году в областном центре планируется провести несколько совместных выставок с художниками из Донецка. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.